Всем привет, друзья! С вами Семен. В этом видео хочу рассказать, как нам устанавливали металлопластиковые окна с декоративными решетками. Заказали мы их на известной фирме и ждали установку около 3 недель. Как понимаете, сейчас сезон и заказов очень много. Судя по комментариям, многие из вас ждут монтаж электрики. Не переживайте, работы в этом направлении движутся. И как только накопится нужный видеоматериал, серия роликов будет опубликована. Если вы впервые на канале и вас интересуют данные темы, смело подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, будем строить дом вместе. Ну а теперь вернемся к окнам. Перед тем, как приедут мастера, мне нужно подготовить окна, снять временные, разобрать их и расширить туалетное окно. Всем привет! Сделал нужную разметку. Перед тем, как начать пилить ручной ножовкой по газобетону, мне нужно отпилить арматуру, которой заармирован вот этот ряд. Отпиливать буду новой болгаркой «Штурм». После болгарки возьмусь за ручную пилу по газобетону. Вертикальные пропилы я сделал, теперь мне нужно сделать горизонтальные. Я планирую на ручной циркулярной пиле на всю глубину ее 5 сантиметров пропилить с этой стороны и с той стороны, а потом уже ножовкой по пазу буду пилить. Я думаю, должно хорошо и ровно получиться. Рез с каждой стороны буду делать за 2 этапа. Сделал я вот такие отверстия в удаляемой части блока с помощью перьевого сверла. Сейчас сюда просуну пилу и буду пилить потихонечку. Как видите, с помощью такого способа получился аккуратный и ровный результат. А сейчас рубрика «Эксперимент, товарищи!». Давайте протестируем заармированный блок в 2 прутка диаметром 6 мм. Я его уже пару раз кинул, здесь пошла трещина. Что быстрее вылетит, когда я сейчас наступлю всем весом? Согнется ли быстрее арматура или повылетают вот эти штробы? Я ставлю на то, что погнется арматура, а штробы будут на своем месте. Как вы думаете, что произойдет? Голосуйте. Ну что, пробуем? Восемьдесят килограмм. Понятно, что если я переверну арматурой вниз, то ничего с блоком происходить не будет. Мне кажется, сюда и 0,5 тонны нагрузить ничего не будет. Давайте попробуем. Страшно. Ну вот, смотрите,
конечно, повылетали все-таки штробы. Хотя я думал, что согнется арматура. И вот такие повреждения блока. Но все равно, мне кажется, довольно неплохой результат. При том, что... Ага, вот, все развалилось. Ну да. Вот видно, да, что сама штроба, и она отдирает часть блока. Арматуру я сохраню. Пригодится. Спустя 3 недели после заказа в офисе нам сделали доставку. И примерно через час после доставки приехали мастера-монтажники. Согласитесь, глупо отказываться от бесплатного монтажа по ГОСТу. Друзья, я понимаю, что слово «бесплатно» — это формальность, что все уже давно посчитано с нашего кошелька. По приезду монтажники начали собирать фурнитуру и разбирать окна до рамы. Также рассказывали всякие интересные истории со своих объектов. Например, как один человек заказал 10 окон, представьте себе, только стоимостью около 1 миллиона рублей. Окна там были колоссальные. По их словам, объем работы в нашем доме – это детский сад. И действительно, всю работу они сделали за 3-4 часа, при этом попивая кофе с бубликами. После разборки окон приступили к монтажу рамы. Каждую раму они крепили аж на 8 шурупов. Меня это приятно удивило. На каждую раму они клеили специальный скотч, который, по их словам, надежно защитит пену от быстрого старения и распада. Также, думаю, эта лента защитит от влаги и возможного сквозняка. А вы что думаете, какую роль выполняет данная лента? Пишите свои предположения в комментариях. Монтажники настолько слаженно и быстро работали, что каждые 5 минут в доме происходили изменения. После монтажа рам первого этажа стали частично вставлять двухкамерные стеклопакеты и собирать окна в целом. Постепенно дело дошло до второго этажа. Один мастер работал на высоте, а второй преображал окна на земле. Как сказала моя мама, наконец-то у дома появились глаза. Очень красиво, дом оживает. После установки рам, стеклопакетов, отливов и подоконников начался завершающий этап – запенивание щелей монтажной пеной. Наш дом имеет 7 окон. Общая стоимость составила 70 тысяч рублей. Дорого это или нет за качественный профиль, судите сами. Как по мне, мастера оказались реально мастерами. Спасибо им за быструю и качественную установку. В конце концов, спустя 4 часа наш дом преобразился.
В ближайшее время мы установим утепленную дверь и продолжим строительство небольшого дома для своей семьи. Прошу вас оценить динамику этого видео. Кому интересно продолжение, подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее. Всем удачи, увидимся вот в этих видео. Тебе нравится, Варвара? Подожди, сейчас пальцы себе прищемим.